Друзья, я приветствую вас на нашем сегодняшнем уроке по боксу. Сегодня такая необычная, нестандартная тема. Сегодня будет длинный раунд, примерно в 10-12 минут. И обсудим важный момент в боксе по поводу главных ударов, которые, по моему мнению, являются самыми важными, самыми главными ударами в боксе. Это левый прямой удар, правый прямой удар и левый сбоку. Вот три удара, вокруг которых, по моему мнению, строится весь бокс. Ребят, сейчас постепенно буду объяснять, что к чему, почему я так считаю, да, и подкреплять это какими-то примерами. Также вот сегодня за 10 секунд мы попробуем эти три удара отработать, наработать именно вот в боксе. Сейчас сначала немножко теории, как обычно, и я 2 минутки подвигаюсь постепенно, используя только эти три удара, то есть джеб, правый прямой и левый боковой удар. Поработаю первым номером, поработаю сериями, одиночными ударами, поработаю вторым номером и в различных связках, повторными атаками и так далее. И вы можете убедиться на моем примере или на примере профессиональных бойцов. Сегодня мы подкрепляем нашу речь, нашу тему подкрепляем первым боем Геннадия Головкина и Альвареса. Вот. И обратите внимание, что эти парни работают также практически этими тремя ударами. В редких моментах используются различные удары, например, правый апперкот или левый по печени снизу. Вот, то есть весь бокс, по сути, строится на вот этих трех ударах и на различных вариантах исполнения, различных ситуациях, где они пробиваются, различных связках, различных сериях. Вот я сейчас работаю только вот этими ударами. И получается, что я боксирую, получается у меня такая узкий арсенал, ну, грубо говоря, но в то же время он настолько широк, потому что буквально сотни можно воспроизводить движений различных, сложных, простых, и этим бокс и прекрасен, друзья. Смотрите, давайте по порядку сейчас пойдем. С чего начинается бокс? Бокс начинается с дальней дистанции и с джеба, с передней рукой. Ребят, я сейчас начну потихонечку вот разминаться, да, и вы можете просмотреть это видео сначала просто, а потом сделать вместе со мной вот эту разминку. То есть я сейчас начинаю с одиночных ударов. Это такой, знаете, длинный бой с тенью. Начинаю с одиночных ударов. Левый прямой, правый прямой и левый сбоку. Вот. То есть я ищу удобное положение для того, чтобы нанести эти три удара. Шагами вперед, шагами назад, где-то на месте. Постоянно пробиваю эти три удара по одному. Итак, друзья, бокс начинается, любой поединок, как правило, любой поединок, большая часть поединков начинается с дальней дистанции и с разведки, так называемой, да, с работы передней рукой. При помощи джеба мы ищем свою дистанцию, мы проводим разведку, пытаемся пристроиться к противнику, и таким образом начинается бой, перестрелка джебами, мы бьем сами джеб, мы бьем джеб в ответ после джеба соперника, мы вызываем своим джебом и отвечаем своим джебом, у нас есть двойной джеб, у нас есть работа с направлением атак, то есть и голова, и туловище. Сегодня, кстати, пока поговорим только об атаках в голову, чтобы не путаться. Так вот, джеб, да, при помощи джеба мы меряем дистанцию, мы готовим свои атаки, мы финтим, мы отвлекаем, и это, наверное, самый важный действительно удар в боксе. Смотрите, что я сейчас делаю дальше. У нас задание немножко усложняется. После каждого одиночного удара я делаю две защиты. Это может быть два уклона, два нырка, две подставки, шаг назад. Вот постепенно мы развиваем нашу историю. Так же все, как и в бою. Еще раз говорю, что в бою также боксеры двигаются от простого к сложному. Никто сразу не кидается, за редкими исключениями, с грудой ударов, да, как правило. Боксеры выходят, начинают с передней руки, с дальней дистанции и постепенно развивают свои истории. Пристраиваются к противнику, узнают его лучше, какие у него сильные стороны, слабые, где ему удобно, где нет. И ищут себя в ринге, ищут себя в бою.
Вот, друзья, сейчас у нас такая задача. Мы начинаем к нашим одиночным вот этим атакам, одиночным ударам прикреплять защитные действия. Помня, да, о том, что хорошая защита – это ключ к нападению. И после каждой нашей атаки мы должны защищаться автоматически, неважно, атакуют нас или нет. Ребят, следующая какая схема? Мы работаем сейчас в ответ. Я сейчас через подставку отвечаю левым прямым ударом, и опять дальше я защищаюсь. Через подставку, видите, левой руки я блокирую правый прямой удар противника и отвечаю своим правым прямым ударом. И следующая пойдет сейчас подставка правой руки, поднятие правой руки, подставка от левого бокового противника, вот как сейчас, и ответ своим левым боковым ударом. То есть это основные защиты, которые можно использовать, они такие простые, эффективные, потому что время ответа здесь максимально короткое. Так вот, ребят, и вот эта история, она начинает постепенно развиваться. То есть сначала передняя рука, потом мы добавляем правый прямой удар, левый сбоку. То есть ищем дистанцию для того, чтобы наносить комфортно вот эти три наших главных удара. Посмотрите статистику нокаутов и нокдаунов. Как вы думаете, какие это удары? Первое место у нас займет левый удар сбоку у правшей, соответственно, это боковой удар, силовой удар передней рукой. И на втором месте будет правый прямой удар, правый кросс. Кросс, оверхенд тут не важно. Прямой удар справа. Ребят, дальше развиваем нашу историю. И здесь мы, смотрите, мы уже начинаем работать серийно. То есть мы пробиваем серию. Вот сейчас я пробиваю серию раз-два, левый прямой, правый прямой. И опять сразу на защиту, да? Сразу на защиту. Пробиваем какую-то серию, сразу подставки, уклоны, нырки. Опять еще одна рабочая серия. Левый сбоку, правый прямо. Серия 3-2, если по цифрам, да? Те, кто учится со мной в школе, знают. Левый боковой это 3, правый прямой это цифра 2. Вот. И постепенно мы пробиваем вот эти серии. Смотрите, опять подставка. Защищаемся от джеба соперника. Подставляем свою правую подставкой правой ладони, да, встречаем руку. И отвечаем двойкой. И в конце обязательно защита, например, нырок вправо, 2 уклона и так далее. Вот. Видите, ребят, у нас еще усложняется. То есть мы начинали с одиночных ударов свой поединок, а постепенно мы начинаем работать серийно. И также в бою все происходит. Постепенно мы начинаем доносить вот эти главные удары правой прямой, левой сбоку, начинаем попадать, например, по перчаткам, по плечам, в грудь, неважно. Мы находим цель своей рукой. И дальше уже серийно работать по этим целям намного проще. Вот так, друзья. Вот так, все как происходит в бою, как это делали в начале видео, да, наши сегодняшние герои Гена Головкин и, соответственно, Сауль Канело Альварес. Вот, ребят, также следующая серия, у нас есть обратная двойка, когда мы начинаем нашу атаку с дальней руки, пробиваем, например, правую прямую, левую сбоку, или два прямых удара правой-левой. Вот, и, соответственно, вот опять, ну, классная рабочая серия. Правый прямо, левый сбоку. Правый прямо, левый сбоку. Обратная двойка. Вот. И не забываем про защиту. Видите, у нас тут уже движение на ногах добавляется, шаг назад. Обязательно работа корпусом. Двигаем постоянно головой, смещаемся. Ныряем, перекрываемся, работаем над своей защитой. Вот, и постоянно находимся в бою, находимся в нашем поединке. Ребят, три удара, вот мы два побили, один было, два было, простые серии, раз-два и правый-левый. И сейчас три удара, тоже базовая комбинация, левый-прямой, правый-прямой, левый-сбоку, серия, раз-два-три. Тоже это серия, которая должна отскакивать от зубов, грубо говоря, да, которую нужно постоянно тренировать, постоянно бить. Два прямых удара и один удар сбоку. Акцент в сериях ставится на третий удар. Обязательно не забываем, что нам нужно защищаться в конце нашей серии. И, как правило, мы с этими тремя ударами, с двумя, заходим на среднюю дистанцию, и третий уже пробивается с места. То есть мы с дальней дистанции заходим с двойкой и боковой удар наносим на месте. Ну, если противник двигается назад, например, можно догнать его на шаге или на скачке. Надо смотреть по ситуации. И опять защита, все как
все как и в предыдущих эпизодах, да? Ребят, следующее, смотрите, как мы работаем. Что у нас тут? Вот. Мы работаем от защиты сериями. Вот видите, я делаю подставку, защищаюсь от джеба, и вот эту тройку, которую мы с вами только что отработали, я ею отвечаю, и потом уклоняюсь, ныряю, защищаюсь. Ребят, используем, видите, мы используем только вот эти три удара. Только три удара используем, и мы ими боксируем. Почему это круто? Почему это? Потому что простая задача, но в то же время настолько разнообразно вы можете использовать. Простые правила, да, вот у нас есть небольшой набор инструментов. Но именно благодаря тому, что этот набор инструментов небольшой, у вас нету путаницы, и вы начинаете именно этими инструментами грамотно пользовать. То есть вы технические элементы, ну, в данном случае три удара, технические элементы, это вот эти три удара, вы начинаете тактически применять, то есть тактически использовать правильно. Простые инструменты, но тактика ваша может быть настолько вот разнообразной, вы сами бьете, вы отвечаете, вы встречаете и так далее. Вот. Ребят, следующее, смотрите, у нас немножко опять усложняется. Мы работаем через уклон, правым прямым, левым сбоку пробиваем и сразу на защиту уходим. Работаем вторым номером, и с правой, с дальней руки мы контратакуем. Вот, опять-таки, прячем, то есть вы должны находиться постоянно в такой, в динамике, в защите, работать головой, таким образом спрятать вот этот уклон и контратаку, правую и левую обратную двойку, гораздо проще, вот, чем вы будете, например, замирать, да, стоять на месте, это будет видно, и, соответственно, работать это, скорее всего, не будет. Вот, ребят, продолжаем дальше нашу историю. Работаем через оттяжку, оттягиваемся, с ногой уходим назад, немножко отклоняемся, и контратака у нас правым прямым, левым сбоку. Вот сейчас я начинаю уже для вызова противника использовать одиночные удары либо левой рукой, либо правой рукой. Ну, больше левой рукой мы вызываем противника. То есть, если противник закрыт, например, не атакует, нам нужно его на атаку вызвать, то есть спровоцировать на атаку. Мы как раз-таки накидываем вот эти легкие прямые удары, прямые, опять-таки, джеб, да, с чего мы начинали. Джеб, правый прямой, левый сбоку. Мы этими джебами вызываем противника на атаку. Ребят, все на сегодня. Вот такая схема. Надеюсь, мысль моя вам понятна, что, по сути, посмотрите вот любой поединок, обратите внимание, какими ударами пользуются боксеры, какие связки они пробивают, какие серии. Как правило, это простые серии, там по 2, по 3 удара. Вот, и как они готовят свои атаки. И вы поймете, что плюс-минус это действительно так, что да, остальные удары, они тоже, конечно же, важны, нужны, и нужно их отрабатывать, но что нам дает это понимание? Нам оно дает, что над этими тремя ударами мы должны работать большую часть нашего времени, то есть использовать серии, в разминке, то есть, ну, именно работать над джебом, правым прямым ударом и левым боковым. Остальные моменты, вот остальные удары, правый апперкот, левый печень, конечно же, они важны, там, правый боковой удар, но они важны в меньшей степени, то есть, ну, потому что они используются гораздо реже. Мы тренируем вот то, что вот часто используется, то, что работает в боксе. Об этом говорит нам статистика. Ребят, надеюсь, урок был вам полезен, интересен. Сегодня такая больше, наверное, теория, такое мнение, да. Это не только мое мнение. Я смотрел интервью с Хопкинсом. Он говорил о тех же самых вещах, но вот я к этому пришел как-то сам, при помощи своих каких-то вот наблюдений, умозаключений. Ребят, тем, кому интересны мои уроки, мои занятия, мой формат, есть курс один месяц, первый месяц, есть курс второго месяца, и там мы практически с нуля, мы достаточно быстро двигаемся вот к таким вот... В общем, к концу второго месяца, вот то, что я делал сегодня... Мы это уже делаем. Мы и работаем первым номером, и в ответ, и повторными атаками. В общем,
Заходите, стоимость, я считаю, невысокая, да, всего лишь 500 рублей. Этот курс тренировок остается у вас навсегда, вы можете скачать, доступ предоставляется на 1 год. Ну, так что, если вам эта история зайдет, я знаю, что ребята, которые занимаются и потом приходят офлайн, и у них большой прогресс, и стоят в парах, и реально растут, и прибавляют, скидывают вес. Кто-то скинул 6 килограмм, кто-то пошел на спарринги и молодых побил. В общем, результаты есть, и я ими вот правда доволен. И по обратной связи ребят я тоже чувствую, что несмотря на то, что бокс – это офлайн продукт, онлайн тоже можно заниматься. И понимаю, что не у всех есть время и возможность ходить именно на офлайн, на какие-то клубы, на какие-то тренировки. Поэтому это классная возможность для того, чтобы учиться дома, там на улице где-то тренироваться или самостоятельно ходить заниматься в зале, потому что вы не привязаны ни к какому времени. Еще раз, 12 тренировок в месяц, тренировки длятся по 1 часу. Мы работаем над техникой, тактикой, работаем на мешке, учимся вести бой с тенью, работаем над функциональной частью и, в общем, много-много-много всего полезного, интересного. Так что присоединяйтесь. Друзья, еще раз всем спасибо, всех обнимаю, пока.